Как сообщает ТАСС, иноагент Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации на отказ снять с него статус иноагента. Этот, не буду говорить кто, продолжает стучаться в теперь уже навсегда закрытую для него дверь. А что же за причина у такой настойчивости Максима Галкина? А оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает московский комсомолец, засобиралась домой. И причиной этому являются ее дети Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры. Они хотят вернуться к себе домой, где у них есть свои комнаты, где у них есть друзья, где есть школа, в которой они учились, и где их ждут и любят. Возвращайтесь, ребята. Здрасте, милые ребята, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла.